красоте. Красота. Что это? Когда я думаю об этом, то погружаюсь в мир. Но мир не внешний. Нет. А мир внутренний. И я поняла, что для меня является воплощением красоты. Это никак не связано с окружающей меня действительностью. Я нашла ответ в другом. И это душа. Душа всегда знает ответы на все твои вопросы. Она не осуждает, она говорит. Но иногда мы забываем о ней, и в ответ она отвечает нам тем же. Я считаю, что нужна настоящая смелость, чтобы творить красоту, красоту души. Именно поэтому я выбираю коллаж, в котором вижу всю душу, весь мир. И знаете, из чего состоит этот мир? Мир состоит из слоев. Сначала земля, затем из земли прорастают семена. И вот мы уже видим дома, улицы, люди идут, куда-то спешат. Тебе кажется, что все это в движении, но нет. Гармонии, поиски смысла, так сказать, который выражается в гармонических соотношениях. скучать самим собой, не скучать самим собой. даже если ты заблудился, ты все равно знаешь, где искать.